Юнинский государственный университет, особенно за прошедшие 20 лет, многое сделал для того, чтобы тот диалог, который сегодня существует между нашим регионом, нашим городом, нашим университетом и, опять же, Германией, немецкими регионами, немецкими вузами, этот диалог был эффективным. Я хочу особо отметить, что сегодня у нас реализуется крупный научный проект «Саша», совместный проект, у нас сегодня наш коллега из Федеративной Республики Германия и Аданс Камп. Этот проект направлен, как носит экологический характер, и с его содержанием при желании можно ознакомиться достаточно всего лишь через 5 минут пройти наш техноцентр. У Тюменского госуниверситета за прошедшие годы сложились очень хорошие партнерские отношения без всякого привлечения с ведущими университетами ведущей европейской державы, то есть Германии. Я отдельно хотел бы выделить наши связи с университетом Альберта Людвига в Фрайбурге, с университетом, испанским университетом Мюнстера, с университетом Оберсландау, безусловно, с университетом имени Гумбольдта, в Берлине